есть слово «кружок». Класс. Ну что, мы сейчас в кружке. Опять будем читать. Нет, нужно из него выбрать одну гласную и одну согласную. Сколькими способами это можно сделать? Шесть. Если без перестановки, то шесть. Два умножить на три. А? Если без перестановки, то шесть. А если с перестановкой? Два, это имеется в виду у и о. Да. Умножить на? Три. Это к, р, у. Это уже неинтересно. Не к, р, ж. Нет, к, р, ж, да, извините. Понятно. А к? А, это то же самое. Это какая разница? Так, хорошо.